Величие, нежность и покой. Работы детских мастеров кисти способны погрузить любого, кажется, даже самого искушенного зрителя или критика в мир красоты цветов. Наслаждайтесь, говорит бессменный руководитель образцовой студии «Декор». Над рисунками работали ее воспитанники. Порядка 20 работ цветочным ковром украсили выставочный зал отеля «Эрмитаж». Выставка получилась очень яркая и одновременно очень трепетная, камерная. Тут любой художник – пленник красоты и духовности. У нас единственная студия в городе, которая учит абстрактной композиции, декоративной стилизации. Бессменный руководитель, и только в этом году в студии занимается больше 60 участников. Это очень много. Направление, которое поддерживает Нила Николаевна, очень хорошо сегодня отражено в этой выставке. Это декоративные панно, художественные произведения, но с декоративным таким видением. Воздушные, колоритные, такие утонченные рисунки написаны гуашью, акрилом, маслом. Яркие краски и чистые тона. Над своими работами ребята трудились долго, уверенно используя цвет и играя контрастами. Самым юным участникам выставки 9 и 11 лет. О творчестве и своем преподавателе ребята говорят совсем не дежурные слова, искренне и от чистого сердца. Очень добрая, очень красивая, все время нам помогает, никогда не говорит то, что мы плохо рисуем, все время подсказывает нам. Я хотела изобразить любовь к моей маме. Я ее рисовал где-то год. Пытался, перерисовывал ее. Все время как-то дополнял. Меня вдохновляет больше всего окружающий мир, то, что я вижу перед собой, все, о чем я думаю. Яркие, добрые, такие настоящие рисунки воспитанников образцовой студии «Декор» как будто открывают перед зрителем окно, чтобы он вкусил свежесть весеннего воздуха, аромат полевых цветов и услышал шум приближающегося самого женского праздника в году. Познакомиться с творчеством юных дарований можно на протяжении месяца.